Она имеет право. Я ничего не ломаю, ребята. Не имею права держаться. Да, я сейчас подойду, буду держаться за вашу балкон. Я что? Это наше имущество. Я не ломаю. Она имеет право. Хорошо, я держу просто. Пожалуйста, убирайся. Я не против. У вас 4% нету. Вы врете. Вы хотите сейчас эти 4%, а потом скажете, вот видите, вы поставили. Вот теперь у нас 4% строительства есть. Нифига, ребят. Молодцы, молодцы, девчонки, правильно. Мы стоим против стройки дома, который находится перед домом 25Б/4. Акция проводится уже не один день. Сегодня застройщик приехал. Должен был пакт. Подождите, мужчин, давайте по очереди. Сегодня застройщик приехал в 7 часов утра. Руководители застройщика спрятались вон там в кустах, обсудили территорию, которая находится здесь. Правильно расставили свои машины для того, чтобы мы свои машины не поставили, не преградили въезд для крупногабаритной техники. Соответственно, пока люди спали, они загнали технику и попытались выгрузить вот этот вагончик, где будет жить охрана. Мы грузим их общественные слушания. Говорим, ребята, давайте общественные слушания. Потому что у них вообще непонятно, что с документами творится. Один взял, разрешение было взято Евростроем под одну застройку. Теперь этим занимается Выбор. У них совершенно другие дома. Ребят, что происходит? Они по документам 4% уже застроили. Ребят, вы видите 4%? Они хотят выдать 4% забора, который мы не даем строить сейчас. Они обманывают. У них документы не соответствуют тому, что есть Почему вы ставите забор только сегодня? Не соответствует тому, что есть. Понимаете это? То есть вы делаете это все незаконно. Вы пытаетесь сейчас натянуть сову на глобус. А мы не даем вам натянуть эту сову на глобус. Мы видим, что есть нарушения. Мы хотим проверки со стороны Следственного комитета. Мы хотим проверки со стороны прокуратуры. Все обращения направлены. Но, к сожалению, Воронежская область, которую лоббируют депутаты, которые имеют в собственности эти строительные компании, они тянут время, не дают нам быстрые ответы. Потому что, да, есть регламент по ответу. Но этот ответ можно дать быстро. Потому что опубликовано обращение, видеообращение, где только не публиковалось.